Посетители Брестского областного краеведческого музея в этот день были приятно удивлены, оказавшись в хранилище реликвий. И именно такой реакции ожидали организаторы мероприятия. Занятия по разным направлениям проводились для всех желающих на 7 площадках. Ограничений никаких, попрактиковавшись в одном мастерстве, можно было смело переходить к другому. В помощь опытные наставники многопрофильного центра детей и молодежи. В одном из творческих уголков ребята рисовали гравюры. Кто-то самостоятельно, а кто-то прибегая к оригинальным шаблонным образцам. Рядом трудились юные скульпторы. Основой их маленьких шедевров было разноцветное соленое тесто. Фантазия в любом из начинаний только приветствовалась. Мне кажется, это для детей, причем разного возраста. Это очень интересно, это очень развивающе, творчески. Поэтому нам бы хотелось таким образом все-таки еще раз и еще раз напомнить о том, что система дополнительного образования работает в разных направлениях своей деятельности и готова сотрудничать с разными учреждениями образования города. На других площадках в это время работа тоже кипела. Увлеченные и старательные ребята создавали свои сувениры и подделки. Материалы для творчества использовались самые разные. Гофрированная бумага, салфетки и картон, и за нить, и ткань разных видов. В одном из творческих уголков девочки скрупулезно изготавливали белорусские национальные куклы. В другом ребята создавали уникальные открытки, закладки, панно и многое другое. На это рассчитано, что просто посетители музея приходят сегодня, идут мимо, они заходят в музей и сталкиваются немножко с немузейными направлениями. Но это вот как раз та общая большая программа, которую музей проводит. Которая на площадке, на музейной площадке, мы не просто смотрим экспозицию, мы интерактивно участвуем в происходящем. Сегодня это мастер-классы. Проходя мимо, вы сможете научиться что-то узнать, что такое изонить, попробовать себя в творчестве каком-то. И для посетителей музея, помимо экспозиции, существует еще вот такой интерактив. В многопрофильном центре детей и молодежи работают 37 объединений по интересам, функционируют 3 отдела. Общественно-гуманитарный, декоративно-прикладной и спортивный. Учреждение образования предлагает широкий спектр занятий. Познакомиться с ними у Брещан еще будет возможность. Мастер-классы, инициатива неодноразовая.